В здании бассейна кипит работа. Ремонт проводится на первом и втором этажах. В этом году у нас запланированы ремонтные работы в хлораторном помещении, замена вагонки в саунах и ремонт кровли бассейна. Ремонт в хлораторном помещении в полном разгаре. Уже снесена штукатурка и кафельная плитка. Работы продолжаются, к открытию бассейна они будут окончены. Помимо ремонтных работ, в течение 3 летних месяцев проводится традиционная дезинфекция чаши бассейна, обработка и очистка душевых, раздевалок и других помещений второго этажа. В работе по чистке и дезинфекции задействованы 11 человек. Все они сотрудники учреждения. На данный момент мы проводим чистку, дезинфекцию, прилегающую территорию к чаше бассейна. Чашу бассейна мы уже почистили, продезинфицировали. Теперь окна, стены, пол полностью, все это занимаемся. Повторную чистку и дезинфекцию проведут в августе, непосредственно перед запуском работы бассейна. На втором этаже намечено провести только косметический ремонт, а 1 сентября бассейн снова примет посетителей. Елена Новиченко, Денис Гим, новости Губкинского.